На заседании комиссия рассмотрела 14 протоколов об административных правонарушениях. Все они подпадают под статью 27 областного закона, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 2 часов до 6 часов утра. В местах постоянного проживания или временного пребывания граждан учет предупреждения и наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. По двум рассмотренным протоколам комиссия прекратила дело производства. Злостные нарушители областного законодательства, а их оказалось трое, понесут наказание штрафом в 2000 рублей. Граждан, которые впервые попали на комиссию, но проигнорировали приглашение явиться, оштрафовали в 1000 рублей. Любители послушать громко музыку ночью заплатят теперь по 1500 рублей. А четверых нарушителей после профилактической беседы просто предупредили.